Итак, всем привет, дорогие друзья. И как вы думаете, куда мы приехали? Мы приехали в Саймон Карбарет. Будем смотреть представление, шоу. Я думаю, вы сами знаете, что это за шоу, какого оно характера. Сразу хочу подметить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте позитивные комментарии. Thank you.
Так, в общем, вышли мы с Каберне. Очень много эмоций, всем рекомендуем. Вот так вот можете сфотографироваться с девочками, с мальчиками. Итак, вот мы уже дома. Мы пришли с этого шоу. Шоу называлось «Саймон». Вот. На самом деле оно очень нам понравилось, очень залетело. Я всем рекомендую посетить это шоу, если вы будете в Таиланде. Это того стоит, особенно даже некоторые моменты, некоторые танцы, они прям до мурашек на теле. Вот. Что еще? Съемка, фото и видео во время выступления запрещена. В конце разрешается снять финальную часть, где они все выходят всей компанией, всей толпой. Вы можете сделать фотографию с актером, с этим мальчиком, с этой девочкой. Фотография минимум стоит 100 бат. И, насколько я не ошибаюсь, она максимальная до 500. Набрал. 250-300 бат. Вот. Что еще? Вот, это у нас осталось на память. Я делал себе фотографию. Вот. И меня поцеловал один из этих мальчиков. Вот. Ну и эту фотографию постараюсь ставить видео где-то вот здесь вот как раз вот, чтобы оно закрывало мою щеку, да? Вот. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем рады видеть вас всегда. Пока-пока. Само шоу называется «Саймон Кабаре». Находится оно в Пхукете, конкретнее в районе Патонга, то есть совсем недалеко от нашего отеля здесь. Вот. Стоимость вообще для VIP-посетителей, именно передний ряд зрителей, стоит 1000 батов. И задние ряды на втором этаже стоят около 800 бат. Вот. Но вы можете сторговаться, вам могут сделать скидку, в принципе, когда у нас зима, здесь, соответственно, лето, а в этот сезон цены пиковые. То есть они могут быть 1000, 1200, 800, там, в зависимости от того, где вы берете себе место. Но так как мы прилетели сюда не в сезон, то есть мы прилетели в конце июля, начало августа, цены снижены примерно на 20, 25, 30% максимум. Вот. Так что на самом деле вне сезон очень даже классно ездить, и дожди мы видели здесь всего 2 раза. Чего я больше в восторге здесь в Таиланде, так это когда ты берешь себе тур, все туры проходят с трансфером. Абсолютно все тебя приезжают, тебя забирают, увозят туда, привозят обратно, оставляют. И это очень здорово. И здесь очень выгодные цены, вы можете хорошо отдохнуть. Вот.